Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Холодный атмосферный фронт с осадками пересекает запад Иртыш, приближаясь к Оби. А остатки жаркой сухой погоды оттесняются на юго-восток в предгорье Алтая и Кузбасс. Далее о погоде более подробно. В понедельник, 13 июня, в Новосибирске ночью небольшой дождь и грозы, днем погода без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7, порывы до 14 метров в секунду. За окном в темное время суток 13-15 тепла, дневная температура составит плюс 26-28 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю хорошего настроения в любую погоду.